Суп из топора. Игра, в которой вам необходимо действовать сообща, чтобы сварить суп. На игровое поле с котелком выкладывайте все жетоны рубашкой вверх, чтобы они не соприкасались. Теперь по очереди переворачивайте по два жетона, чтобы совпала пара ингредиентов. Если совпадение не произошло, снова переверните жетоны рубашкой вверх. Делайте так до тех пор, пока не будет все 12 пар совпадений ингредиентов. Но не все так просто, потому что еще есть жетоны гаснущего огня. Если вам попадутся все 10, то огонь погаснет, и вы не сварите суп. В игре есть волшебный камень, сила которого убирает один жетон гаснущего огня, правда только один раз за игру. Суп из топора. Увлекательная игра на внимательность и умение действовать сообща.